Тем временем число заразившихся коронавирусом в Китае приближается к 6 тысячам. Масштабы распространения за месяц превзошли произошедшую в 2002 и 2003 годах вспышку атипичной пневмонии. По последним данным, смертельный вирус унес уже 132 жизни. Более 9 тысяч человек имеют симптомы заражения, 7 тысяч ждут результатов анализов. Жители закрытого на карантин мегаполиса Ухань подбадривают друг друга, выходят на балконы и подкрикивают «Держись, Ухань!». Люди поют гимн и машут фонариками. Тем временем США, Япония и Австралия эвакуируют своих граждан, а в Вашингтоне намерены и вовсе запретить все полеты из Китая. Власти Поднебесной делают все возможное для сокращения числа жертв. Так, уже к 1 февраля в Ухане планируют достроить вторую больницу для лечения инфицированных новым типом пневмонии, а в Пекине отдельный госпиталь оборудуют для борьбы с коронавирусом.